Получается, мы приезжаем, ее уже забираем, а нам тут либо 5700, либо с 2 до 3. Но это не по-человечески, правда. Это просто наживаются на людях, и все. У меня других слов просто нет. Да сколько лет бабушке было? 77. Ковид нет? Нет, она у нас дома лежала, у нас травма позвоночника была. Она у нас 4 года лежала, мы 4 года за ней ухаживали, тут бы уже земле предать, а забрать ее даже до сих пор не можем, извините. В понедельник умерла бабушка. Вот. Мы обратились в службу ГУАЛЬ для полного захоронения, все, чтобы услуги, ну, оплатили полностью все услуги, все. Вчера, сегодня нам сказали, что мы можем заехать к 11 часам ее забрать. Мы договаривались, что одевать будем ее сами. Вот. А сейчас мы приехали, а нам сказали, либо мы доплачиваем 5700 за услуги санитаров, что они будут одевать, обмывать, либо мы ее забираем с 2 до 3 уже. А у нас заказана часовня на 12-15, у нас заказана столовая на 2 часа. И как-то так, я не знаю, кто нас подвел, либо служба, либо морг. И они говорят, что они тоже не знали, что сегодня будут выдавать ковидных людей. Я не знаю, что. С моральной точки зрения, я не знаю. Это, ну, обдиралово какое-то. Просто наживаются на людях, и все. У меня больше слов нет. Как это так? Ну, сколько дней было, все нормально, все, да, все договорились, все хорошо. А тут